И снова здравствуйте, всем привет. Давайте рассмотрим вот такой вот ресурс. Называется ActorCore Acurig. И значит, здесь что можно делать? Добавлять персонажей и добавлять им анимации. Вот такая штука. Значит, здесь можно менять вот, наклоны, вот эту всю штуку, повороты тела. И что у нас получается? Давайте посмотрим, как тут все работает. Load характер. Нажимаем добавить характер. Здесь два перса бланка и паст. Вот эти вот, да? Так, ну это базовые, вы сейчас видели персонажа. Давайте попробуем, можно ли импортировать сюда своего персонажа. Так, нажимаем. Еще один вариант розовой пантеры, значит, без всяких камер и это источника света. Сейчас посмотрим, пойдет, не пойдет. Эта версия, значит, программы free, бесплатная. Поэтому, ну вот, принимает. Принял. О, своего персонажа можно загружать. Следом нажимаем Body Rig. Смотрим, что да как. Значит, загрузка идет. Сейчас ставится, значит, ставится рик. И потом рик руки, левой и правой. Так, здесь вот, так как это все работает, тут вот должна вот это увеличивать, значит, размер вот этих костей. Вот, допустим, что тут не работает. Можно вот что-то тут такое поправлять, а ну-ка. Как это все дело работает. Ну, в принципе, не работает. Симметрия включена. Кости включены. Давайте по базовой пройдемся. Это, скорее всего, что версия вот эта, не знаю, бесплатная. Может, что-то не так работает. Я ее первый раз вот сейчас только пробую. Поэтому... пока не могу сказать, что тут да как. Просто интересно посмотреть, что это за штукенция такая. Так, кости. Вот здесь уже кости, значит, руки не попадают. Это нужно вот таким образом. Так, вот эти вот откуда, я не понимаю. Так, значит, эта кость сюда, это сюда. Это сюда, это вот сюда, это на ключ. Вытягиваем. Угу. А эти кости придется, наверное... А ну-ка, можно их удалить? Клавиши «Delete» нет. Ну, можно их просто поставить. Давайте поближе поставим к этим костям. Так, ну а эти вот к этим. Пусть на одном пальце будет несколько костей. Ну, в принципе, финджер. Принимаем, выставляем. Так, это вот сюда. Ну, по-быстрому, просто я не хочу, не буду использовать этого, этот рик этого персонажа. Мне просто интересно, значит, как это все тут работает. Так, кости вроде установлены. Это дополнительный палец, который на такого персонажа удалить, видно, не получится. Я не знаю, где тут удаляются кости. И удаляются ли они вообще. Ну, клавиши, по-моему, нет. Ну, вот где-то в таком духе пусть пока все будет. Опять же, все это дело принимаем. Немножко опять ждем. Итак, вот пантера, значит, с анимацией. Это, значит, статика. Здесь есть еще работа типа с пальцами. Ну, вот это анимация, а это уже статичная штука.
Ну, в принципе, пальцы работают. Даже вот, вот вы видите, что поставил я, значит, кости на один палец. Вот палец просто толще стал, вот вы видите. Но это не столь трагично, можно где-то и подправить. Так, ну это дело, значит, есть. Что у нас по анимациям? Здесь анимаций мало. Здесь их нужно добавлять, скачивать. Сейчас покажу, где эта вся скачка, где персонажи. Ну, в принципе, ресурс это как неплохой. Так, сохранение. Экспорт. Значит, FBX. Вот можно сохранить как Maya, Blender, 3D Max, Unity. Ну, давайте Blender. Так. Max текстуры size оригинальные и размер, значит, текстур. Значит, вот 256, 512, 1024. Ну, качество. Ну, пусть будет оригинальный. Enable, так, embed текстур. Пойдет. Ну, вот тут другой вопрос. Значит, а где сохраняется вот эта анимация, привязанная персонажа? Я ее так и не нашел. В принципе, если версия бесплатная, пробная, да, или ее надо покупать, вот эту всю версию, то тогда понятно, что не все здесь будет работать. Ну а здесь и не все работает. Это чисто для пробы, походу. Сохраняем на рабочий стол, значит, вот это все дело. Давайте посмотрим, как выглядит это все, значит, в Blender. Ну, вот такая штукенция. Так, и теперь немножко скриншотик на заставку, значит, на ролик. Сохранить. Закрываю вот эту штукенцию и идем в Blender. No. Итак, Blender, Delete, значит, файл, импорт, FBX, Desktop, находим Pantera 12. Сохранилась она без анимации, хотя анимация была к ней привязана. Ну, повторюсь, что, наверное, это все-таки зависит от того, что, значит, модель, пардонте, прога, она именно пробная. Так, и ее, наверное, нужно покупать будет. Сейчас глянем там на их официальном сайте. В роликах показано, что вот этот рик можно преобразовать. Значит, как вот я в роликах преобразовывал миксамовский рик. Вот с помощью аддона миксама Control Rig. В другую, значит, в другой вид костей. Там все это дело, в принципе, предусмотрено. Этим делом можно управлять. Ну, риг, в принципе, отличается от миксамовского. Ну, не в принципе, а отличается тем, что у него есть кости рта. Вот они. Это, по-моему, кости рта. Давайте посмотрим. Postmod, выбираем эту косточку и, значит, R. Ну вот что-то тут этакое. В голове не привязанное, потому что я не выставлял именно кости для, значит, головы персонажа. И тут что у нас получается, если, ну вот кости все привязаны. И должна, значит, была прописаться анимация. Ну вот прописано только как в миксама, именно первая поза. Вот такая штукенция. Нужно, значит, поискать где-то еще аддон, который будет именно преобразовывать вот эти кости, и потом, чтобы можно было делать с ней дополнительные анимации или еще какая-то возможность. Все, погнали, теперь посмотрим, что нам предлагает именно сайт. Итак, вот такой вот сайт
free download, watch видео можно посмотреть. Нужно сначала, прежде чем скачивать, зарегистрироваться, потому что версия free не будет вот это работать без регистрации, когда вы скачаете. Я уже попробовал. Так, дальше Motion. Смотрите, что тут есть. Здесь есть, значит, множество анимаций. Вот они. Есть бесплатные, но вот он, $0. Вот такая вот анимация. В основном $3, 2 это. Ну, бесплатные тоже, я гляжу, присутствуют. Походки. Как это дело можно, значит, обыграть? Можно взять вот такой вот экран и просто, значит, с экрана записать эту анимацию. Вот сейчас вот давайте посмотрим. Вот его походка. Мы можем, значит, поставить ее вот в такой вот вид. Вот. И просто записать, значит, с экрана вот это окно и использовать его как образец, значит, для анимации в Blender. Здесь вот много всего всякого вот этого анимации, ну те же анимации, что и в Mixamo. Вот, вот эти анимации те же самые, ну плюс-минус какие-то новые, вот стучит дверь, там походки, не согласен, возможно тут еще есть какие-то вот. Итем, это вот бег, танцы и так далее. Смотрим актеров. Персонажка. Персонажка, да, хорошая здесь. Я посмотрел. Качественные такие персонажи. Ну, в принципе, вот этого Гаврика я где-то видел. Бесплатно, причем можно скачать. Или хотя бы его вот так включить. Он сейчас наложится на ту анимацию, которую мы выбрали. Нужно опять же немножко подождать. И вот написано, по-моему, оплатить картой. Это вот бесплатный. Вот эта анимация бесплатная. Так, смотрим, что можно сделать. Можно взять вот этого персонажа, просто отскриншотить и быстренько сделать точно такого же ZBrush. Без проблем. Персонаж простенький, но прикольный. Ну вот с этими персонажами будет уже, конечно, посложнее, но тоже все можно сделать, используя опять же болванки. Сейчас подгрузится текстура, надеюсь. Да. Вот можно использовать болванки, в принципе, что не столь тут сложно его сделать. Так, где он там? Оп. Можно его также использовать, любую болванку, просто сделать шлем, штанишки на него, майку. И в принципе будет точно такой же персонаж. Ну я вот, честно сказать, не готов платить $30, да, вот за этих персонажей, хотя их тут очень много. Есть точно такие же персонажи для бесплатного скачивания. Кому интересно, где это можно дело скачать, напишите мне в ВК, и я попробую прислать вам именно, как ее называют, вот эту ссылку на эту страницу, где вот эти вот такие же персонажи, там и солдаты, и танки. В принципе, качай, не хочу, все бесплатно. Так, ну вот что и хотелось бы посмотреть. Сразу хочу сказать, что этим ресурсом я могу только пользоваться в плане анимаций. Допустим, если мне нужно сделать какую-то анимацию, я скачаю, значит, запишу с экрана вот эту анимацию и попробую просто сам ее сделать покадрово. Вот единственное, вот в этом плане это дело хорошо поможет. В принципе, я эту прогу вам не рекомендую. Если игры делаете, если у вас много денег,
Ну, тогда пожалуйста. А так, в принципе, она без... Как? В принципе, она бесполезна. Все это дело можно сделать самому. И персонажа самому, и анимацию самому сделать. Чуть подольше будет, конечно, но ничего страшного. Все, всем пока.